Приветствую. С вами Павел Кольцев. Спасибо большое за то, что вы приняли решение вписаться в мой тренинг «Сбыча мечт». Вы сделали первый шаг к вашей мечте, и, возможно, это станет одним из самых правильных решений в вашей жизни. А в этом тренинге от меня вы получите все необходимые знания, умения и навыки, которые приведут вас к исполнению ваших желаний, к сбыче ваших мечт. А с вами будет работать двое моих сотрудников. Первое – это персональная помощница. Она скоро свяжется с вами по телефону либо по скайпу. Она будет заботиться о вас на протяжении всего тренинга. Она будет помогать вам с выполнением домашних заданий, подсказывать, отвечать на вопросы и мотивировать двигаться вас дальше. А второй мой сотрудник – это коуч-куратор, который будет проверять ваши домашние задания, давать обратную связь и подсказывать, если возможно, вы сделали что-то не то. Как работать с тренингом? Вам сейчас доступны предварительные задания. Если вы хотите получить максимальный результат от этого тренинга, пожалуйста, их выполните. И вам сейчас открыт материал первого урока тренинга. После того, как вы прослушаете то аудио, которое выложено в первом уроке, и выложите, сделаете домашнее задание и выложите его на страничку первого урока, мой коуч-куратор проверит ваше домашнее задание и откроет вам доступ ко второму уроку. Когда вы прослушаете материал второго урока, пишите, выкладываете отчет домашнее задание по второму уроку, вам открывается доступ к третьему уроку и так далее. Ваше задание проверяется коучем-куратором и дается на них обратная связь. Также у нас есть VIP-блок тренинга. Это бонус, это дополнение к основной программе тренинга. Это подарок, он не входит в основную программу. И вы можете получить доступ в VIP-блок при соблюдении следующих условий. Первое. Вы выполнили и выложили все домашние задания. Домашние задания, выполненные в башке или где-то в вашем компьютере, не считаются. Я хочу видеть выложенные ваши домашние задания на странице каждого урока. Второе. Так как VIP-блок – это бонус, я хочу быть уверенным, что его получают только люди, которые на самом деле получили результат от тренинга, которые на самом деле вкладывались. Поэтому второе условие – вы пишете текстовый отзыв на тренинг. Что вы получили? В общем, формат текстового отзыва вы увидите на страничке. И третье условие. Вы пишете видеоотзыв на этот тренинг. У нас есть простое правило. Нет выложенных домашних заданий, нет написанного текстового отзыва, нет написанного выложенного видеоотзыва. Извините, вы доступ в VIP-блок не получаете. Выкладывая ваши текстовые и видеоотзывы, вы даете нам право, что мы можем использовать ваш текстовый и отзыв в продвижении нашего тренинга. Потому что я надеюсь, вы уже убедились, что мой материал на самом деле работает. Если вы просто тупо по шагам будете делать то, что вам предлагаю, у вас все начнет получаться. Поэтому, пожалуйста, слушайте касты, делайте домашние задания. Слушайте касты, делайте домашние задания. И до встречи в VIP-блоке. Там такие волшебные техники приготовлены. Спасибо за внимание. С вами был Павел Кольцев. Счастливо!